Не минуло 10 днів з моменту ротації 93-ї бригади, а вже є втрати. На початку тижня стало відомо, під час перестрілки із окупантами від кулі отримав смертельне поранення механік-водій Герман Соловйов. Боронити державу «Маяк» – такий позивний був у загиблого – пішов у вересні 2018-го. Воював у Верхньоторецькому, що на Донеччині. Друга ротація вже в Луганську область стала для бійця останньою. Ховали Германа на батьківщині у Кам'янському. Віддати останню шану бійцю зібралися десятки військовослужбовців, побратимів Германа Соловйова, його родичі, друзі та небайдужі кам'янчани. С самого детства он видел все эти мундиры, все это военное дело и просто не видел себя в другом. Ждал эти дни, когда опять вернуться туда, к побратимам боевым. Я ему предлагал, давай, будь военным, как я, заканчивая там военные училища, прочее, будь офицером. Он сказал, я не хочу, мне нравится техника. Он мечтал, ну, после окончания контракта, ну, поскольку любовь к такой технике, он мечтал купить грузовой автомобиль свой, ну, и как бы вот работать, так сказать, на себя. Все, кто его знает, то так же само отзывается, что это действительно был в своем деле человек, который, ну, вот это его призвание было. Обалденный механик-водитель. Вот именно здесь механик-водитель от Бога был. Всегда отзывчивый был ко всем и всегда.